В областном центре построено 8 новых остановок, реконструирована одна старая. Для удобства жителей современные остановки обустроены в ранее не оборудованных местах. Это 32-й Б микрорайон за домом 22, 34-й А микрорайон перед спортивным комплексом «Батыр», перед Есенов университета в 32-м микрорайоне, 13-й микрорайоне за домом номер 2, номер 26-м микрорайоне перед мечетью, 11-й А микрорайон, 3-м микрорайоне перед энергетическим колледжем, в 29-м микрорайоне напротив торгового центра «Ахаламол» и в 1-м микрорайоне перед зданием «Дружба». На новых остановках есть скамейки для отдыха жителей, навесы для защиты от тени и дождя. Ақтау қаласының жабдықталмаған аялдамаларын жабдықтау мақсатында раньше эти остановки не были оборудованы. По просьбе жителей мы выполнили эти работы. Из 9 остановок мы заменили только одну старую металлическую остановку. Проект разработан за счет бюджетных средств.